Происшествие в Челябинске не оставили без внимания российские политики. Так Дмитрий Медведев заявил, что упавший метеорит – символ Красноярского экономического форума. И пояснил, что уязвимы не только экономики, но и вся планета. Сегодня уже, наверное, коллеги обратили внимание, на Челябинской области, в Тюмени и в некоторых других местах прошел метеоритный дождь. Это еще один символ, может быть, нашего форума. Надеюсь, что последствий серьезных не будет, но, тем не менее, это доказательство того, что не только экономики уязвимы, но и вся наша планета. Живой отклик космическое вторжение вызвало у вице-премьера Дмитрия Рогозина. Он заявил, что от угрозы нужно защищаться буквально всем миром и пообещал уже в понедельник представить подробный доклад с рекомендациями по предотвращению подобных ситуаций в будущем.